Пассажирка автобуса получила тяжелые травмы в массовой аварии в центре Екатеринбурга. У цирка столкнулись 4 автомобиля и пассажирский ПАЗик. По предварительным данным, водитель Volkswagen нарушил дистанцию и въехал в автобус. Тот по инерции врезался в стоящую у светофора Toyota, которая зацепила Hyundai, а тот столкнулся с Лифаном. В салоне автобуса было около 20 человек. Одна из пассажирок получила сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. За рулем Volkswagen находился 42-летний мужчина. По его словам, машину он взял у своей девушки. Причиной столкновения назвал отказавшие тормоза. Так ли это, установят полицейские.